Ну а тем временем наши военные и государственные тайны чуть не украли. ФСБ сообщила о масштабном кибершпионаже. Хакеры пытались взломать около 20 сайтов органов власти, военных учреждений и предприятий оборонки. Работали профессионалы. Они пытались внедрить вредоносные программы на стратегически важные ресурсы. Эту операцию злоумышленники готовили заранее. Ну, суть атаки очень простая. Вирус распространяется через электронное сообщение, которое слали хакеры. В послании вредоносное вложение, которое способно считывать всю информацию с компьютера, даже делать скриншоты экранов, представьте себе, включать веб-камеры, микрофоны, записывать видео и аудио и даже собирать данные о нажатии клавиш на клавиатуре. ФСБ сейчас изучает, сколько же в итоге случилось утечек и насколько они опасны.